Ну, сейчас нам просто представилась такая неплохая возможность снять на видео гриб горчак. Он же еще называется желчный гриб. Ну, если честно, то на первый взгляд он мне показался, возможно, даже белым грибом. Ну и потому как бы их и путают между собой, белый гриб и гриб горчак. Значит, рассмотрим его поближе. Вот, как бы белый, но у него розовые пластинки. Этим он отличается, конечно же, розовые трубочки. Этим он и отличается от настоящего белого гриба. Но если есть еще какая-то неуверенность, белый или не белый, то можно его грызнуть. Ничего страшного с вами не случится. Но зато вы сразу почувствуете вкус мякоти, горький, неприятный вкус мякоти. Вот, значит, это не белый гриб, а горчак. Мы его не берем, просто оставляем в лесу размножаться дальше и вводить в заблуждение грибников.